Два автобуса столкнулись в центре города. Авария произошла на пересечении улиц Ленина и Робеспьера. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, при повороте автобус не вписался в поворот и выехал на соседнюю полосу, где и произошло столкновение. Позже аварию попытался объехать еще один автобус, но не смог и остановился рядом. Из-за этого движение в центре города на некоторое время парализовало. Как рассказали в ГИБДД, пострадавших нет. Московский блогер Илья Варламов включил Красноярск в топ-40 лучших городов России. Наш город оказался на 6-й позиции. По оценкам Варламова, у нас отличный центр, по которому приятно гулять. Хорошие новые районы, а также отличные рестораны и кофейни. Лучше Красноярска – Казань, Севастополь, Воронеж и Псков. Первое место блогер отдал Екатеринбургу. Вертолет «Робинсон Р-44» пополнил парк авиалесоохраны. Это первое воздушное судно для авиационного мониторинга лесов. Среди преимуществ нового типа вертолета – приземление на неподготовленные площадки. При необходимости судно может перебросить авиапожарных с одного возгорания на другое. Кроме того, вертолет может доставлять воду для ручного тушения. Школьника засыпало кирпичами ветхого дома. ЧП произошло в Нижнеингашском районе. Как рассказали следователи, 8-летний мальчик вместе с другом гуляли во дворе многоквартирного дома. Мальчик облокотился на одну из кирпичных колонн, которая держала козырек подвала. Конструкция обрушилась, ребенок оказался под завалами. Врачи не смогли спасти мальчика.